Знаниями в Омск. Молодежь со всей Сибири с 30 июня по 3 июля на базе отдыха «Аэлита» училась быть тренерами в сфере неформального образования. Проведение большого интенсива стало возможно благодаря победе Елизаветы Михайленко на Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежи». Грант она выиграла в 2019-м, воплотила в жизнь в 2022-м. Первый основной день – это методологический день. То есть методологический день был посвящен, скажем так, тому, что происходит до того, как тренер выходит на группу. Ребята разбирали моменты, что нужно сделать для того, чтобы тренинг прошел качественно, но до того, как ты его начал вести. Рассматривали анализ аудитории, работу с запросом, работу с заказчиком, подготовку образовательного продукта. А сегодняшний день – день практики. Сегодня мы говорим о том, что происходит, когда ты выходишь на аудиторию. Занимательная статистика. В парах, где есть мальчик и девочка, принцессой обычно является мальчик. Да. Это, кстати, это, ну, в большинстве случаев. Хорошо. Все мальчики немного принцессы. Да. А все девочки немного драконы, ты? А этого я не говорил. А это сказал я. Знакомили молодежь с основными концепциями в сфере неформального образования, учили, как правильно доносить информацию до участников и простраивать образовательный блок. Настоящие профессионалы своего дела – федеральные тренеры Ассоциации тренеров Российского союза молодежи Эльвин Гурбанов и Александр Алексеев. Вот ребят сейчас ждем, чтобы они вот эти полученные знания переработали в, скажем так, у них уже сейчас будут сформированы некоторые образовательные блоки, их собственные, авторские, которые они здесь разработают, и чтобы они в дальнейшем их внедрили в регионе, попробовали поработать с группой и передать эти навыки и умения молодежи в регионах. По итогу обучения будущие тренеры разработали методологические основы собственного образовательного продукта и составили карты индивидуального развития себя как тренера. Для себя я вынесла и техники, различные схемы, концепции, которые мы вчера прям очень глубоко проходили, разбирали. И мы, получается, на основе нашего образовательного блока расписывали полностью структуру, позицию, в общем, все, как надо было нам расписать для того, чтобы в дальнейшем уже этот тренинг проводить. Очень полезно для нас, очень интересно. Формат подачи очень интерактивный, очень качественный. Ехали с определенными ожиданиями, но получилось так, что они даже превзошли наши совместные ожидания нашей команды.